Здравствуйте, сейчас у нас небольшой обзор товара с AliExpress. На этот раз это умный выключатель Acura для системы «Умный дом» от Xiaomi. В такой коробочке он был доставлен с AliExpress. Посмотрим, что внутри. Сам выключатель. В коробке два винта для крепления. Двухсторонний скотч для крепления. Также инструкция на английском и на китайском. Запакован хорошо. Вот так он выглядит. Вот такая вот клавиша. Так, вытянули. Так вот отщелкивается аккуратно. Верхняя крышка, это клавиши. Вот сам умный включатель. Здесь CR2032 батарейка и клавиши. Батарейки хватает на год и более. Можно его крепить либо двухсторонний скотч на стену, либо оставить на столе. Также легко он защелкивается. На защелке. Этот выключатель поддерживает несколько событий. Однократное нажатие, двукратное нажатие и долгое нажатие. Давайте добавим мехом Acura Wireless. Скорее всего, вот этот. Пожалуйста, задержите кнопку нажатой 10 секунд и отпустите, пока индикация не загорится. Берем выключатель, нажимаем на 10 секунд. Успешно добавлен выключатель. Допустим, это зал. Выбираем размещение. Жмем кнопочку Next. Выключатель подключен. Теперь нажимаем на клавишу. Можно добавить автоматизацию какую-нибудь. Допустим, если однократное нажатие. Включить свет в зале. Окей. Ну все, проверяем. Жмем один раз. Свет включился. Допустим, еще добавим двукратное нажатие. Тогда свет в зале левой клавиши. Выключить свет в зале тогда. Все, жмем двукратно. Свет выключился. Однократно включился, двукратное нажатие, свет выключается. Вот появилось новое устройство. Логи. Все отлично работает. Можно брать. Если, допустим, у вас установлен умный светильник от Xiaomi, можно повесить. Как дублирующий выключатель на стену. И удобно управлять в ручном режиме. Для подключения этого выключателя нужен шлюз от Xiaomi. Ссылка для заказа
данного товара, а также шлюзы от Xiaomi будет в описании к этому видео. Размеры включателя 88 мм на 88 мм, максимальная высота где-то 16 мм. Спасибо за просмотр. Пока.